Ну как вам восход? Правда, красота? Вот так. Чижик прилетел. Слышно, интересно. Поил вас. На дереве сидит. Весна. Все-таки какая красота, а? Эх. Здорово, мужики. В общем, и до нас весна дошла. Сегодня слышал первого жаворонка. Уже два раза. Вот. 3 дня меня не было. За это время снег ушел сантиметров, наверное, на 20 сразу. Но осталось, наверное, местами, ну, 40, 30, 40 сантиметров снега. Вот как-то так. Хочу половить рыболова. В прошлый раз, я когда уже уезжал, уже ближе к обеду, одного слышал, первого тоже, вот 3 дня назад. Так что я надеюсь, сегодня что-нибудь поймаю. Вот такие дела. Туманчик пока небольшой, но не останавливает. Растаялся, вот сижу, восходом любуюсь. Красота у нас вот такая. Туманчик небольшой, солнышко ставит. Вот так вот, ребята. Вот где встречать рассвет надо. Ну вот только расставился, прилетел первый щегол. Одиночка на макушке дерева вот, хвостом вилял, вилял. В общем, скинулся, попался. И два чижика. Сейчас посмотрим. Ну вот такой вот. Наш местный, ничего особенного. Смотреть не на что. Яркий, конечно, красивый, но все равно не то пальто. Ну и вот такой чижик. Вон еще один щегол прилетел. Я у сетки ставил. Хвостом виляет. Меня увидел. Он навиливает. Надо уходить. Ну да, вот пошло то время, когда птица идет и ничего не боится. Вот я 2 шага отошел в бок от сетки. И вот он попался сразу же. Ну вот так. Стая чижей. Эх ты. Вон дерутся уже, летают. Гоняют друг друга. Вот такой щегольчик. Ну то же самое, обычный. Мелкий, с местных. Маска такая рябенькая немножко. Ждем летных трофеев. Летных трофеев пока нет. Пока вот такие. Ну вот, похоже, опять сегодня день чижа. Заволокло все туманом. О, как в молоке. Ничего не видать. Это чижики летают. Резкость не наводится. Погода такая пасмурная. Такой чижик. Ждем дальше. Овсянка прилетала. Щегол полетел. 20 минут тут крутится, ни туда, ни сюда. Не улетает и не попадается. Вот щегол прилетел. Он сидит. Только что ходил чижа выпутывать. Одни чижи летят. О, чижик. И вон чиж манный опять кого-то манит. Вон щегол сидит. Терлыкает. Сейчас посмотрим. Ну, вот Реплов не попался. А щегол прилетел, попался. Ну, такой. Манный работает. Манный работает. Такой себе щегол. Маска рябая какая-то страшная. В общем, птица пока не очень. А вот что-то желтое пятнышко у него на затылке.
Ну, короче, друзья, пока что у нас опять день чижа. Устал уже их выпутывать, этих чижей ходить. Вот. Ну, сейчас манного, может, уберу. Но пока ничего особо интересного. Два раза проходил реплов далеко, манны не достал. И сейчас прилетал реплов, но не пошел. Я в бинокль смотрел, спина больно светлая. Может, самка была, не знаю. Но не пел. Посидел. Но сначала не долетел, потом перелетел, потрыкал и улетел. В общем, даже не пытался ни к манному подойти, ничего. В общем, такие дела. И вот на березе там сидел еще далеко, высоко. Тоже посидел, потрыкал, улетел. В общем, реплова только-только, видать, потянулись. И как-то они вообще не хотят ничего это на манного реагировать. Так что сижу, чужие выпутываю. Пока что вот такие дела. Туман, молоко. Все затянуло. В общем, такая ловля сегодня. Чай пью. Ну, в общем, пока щегла показывал, чиж попался. Вот такой чиж красивый, борода зачетная. Тех выпускал, этого можно оставить. Он, кстати, еще один чиж прилетел. Сейчас тоже, может, попадется. Стою, говорю, может, попадется. А он уж попался. Вот. Вообще, птица идет дуром. Ловить хочу. Весна, что. Ну вот, друзья. Первый реплов этой весны оказался реплушкой. Но уже хоть что-то. Он пищит что-то. В общем, такие дела. Ждем дальше. Попался щегловка. Старая самка такая. В общем, щеглами я сегодня недоволен пока что. Манные работают, но ловить некого. Давай, пошла. Ну вот, прилетело три щегла. Два попались. Сейчас посмотрим. Ну вот этот, походу, самка. Вот этот вроде получше. Сейчас глянем. Ну вот, наконец-то сегодня первый красивый щегол. Темно. Как снять-то было получше. И резкость опять пропала. Ну вот, и маска красивая. Ну вот такой сегодня. В общем, первый нормальный щегол, которого можно взять. Пока выпутывал, еще двое прилетали, меня увидели. Испугались, ушли. Ну что, ждем дальше. Вон еще одна. В бинокль посмотрела, реплушка. Она уже за сеткой посидела, сетку видела, сейчас на дерево поднялась. Он пониже переспустилась. Ну, наверное, не пойдет, она уже сетку видела, сейчас улетит. Ну, туман раздуло. Птичка опять немножко шевельнулась, но вот прилетел щегол. Ой, там, видать, морда красивая. Сейчас достанем, посмотрим. И чижик. Пока что валом летят только чижи. Чиж, друзья, вообще зачетный. Сейчас резкость поймаю. Покажу. Обратите внимание, какая бородища у него. О, вообще класс. Такой бороды у меня еще этой весной не попадалось. Достойный экземпляр. Вот, друзья, щегол. Четверик, классный самец. Даже что-то резко сегодня пасмурная погода. Маску не могу снять. Маска вообще, подними голову. Маска вообще шикарная. Ну вот, наконец-то видно маску. Очень красивый щегол. Вот, уже второй красивый щегол на сегодняшний день. Вот таких я и ждал. Вот еще парочка пришла справа реплов. Слева щегол. Реплов этот вроде уже самец что-то пытается там тянуть. Какие-то коленца. Сейчас посмотрим, пойдут, не пойдут. Отлично, метров уже, наверное, под 7 поднялся. Или порывами просто. Но жаворонки летят. Трюкают. В общем, подожду, что получится. Ну вот щегол уже попался. Сначала подсел к реполову рядом, посидел, скинулся.
А рыболов песенку тянет. Не громко так. Но песенка такая спокойная, без рычков особо. Если попадется, интересно будет. Наверное, отсюда не слышно, как он поет. Ветер сильный. Такие трели у него протяжные в песне. Ну давай, попадайся, друг. Сейчас улетит. Оставит меня опять с носом. Вот что касаемо снега. Вот, наступаю в целину. Вот рыболовный сапог. Вот по манжету. Вот манжета тканевая, где наверху. Вот. Вот такой снег. Вот здесь вообще вместе с манжетой провалился. Вот такой снег. Короче, мужики, иду, вздыхаю. Пел Реплов, пел. Сердце мое радовал. Трык-трык и улетел. А щегол попался. Щегол висит. Кстати, крупненький. Да, сейчас посмотрим. Ну вот, мужики. Четверячок. Подними морду. Крупный. Красивый. Маска хорошая. Грудь желтая. Он под маской такое черное пятнышко у него, ну как бы галстук или бабочка, не знаю как назвать. Опять резкость пропала. Ну, в общем, чернота у него под маской есть. Вот такой, в общем, щегол серьезный. В общем, полетели хорошие щеглы. Пролет начался, ток-ток начался, вот. И одиночки еще летят такие вот, четкие. А вон там чижи уже прилетели. Вон. В общем, птица сегодня летает. Он не успел отойти. Полдороги не прошел. Еще один щегол попался. Кто тут у нас? Самка. Самка шестерик. Надо уходить. Еще щеглы летят. Дождь пошел. Короче, самку выпустили. Вон, друзья, попался еще щегол. Вот как пасмурная погода, так ни резкости, ничего. Сейчас. Вот. Хвост шестерик. И вон у него огни какие, видите? Огневичок. И маска тоже хорошая. Ну-ка. Морда здоровая. Сейчас еще грудь покажу. Прилетал сейчас опять рыболов. Сидел, попел и летел. Но место, видимо, здесь для рыболов неподходящее, не сходит. Вот на моем другом месте, в Борщевике, там они вообще изумительно сходят. Ну, вон два чижика прилетели. Дождь пошел. Сейчас, наверное, сворачиваться буду. Вон обратно вернулись. Манный там пением. Садит обратно. Все, уже никто не хочет вниз спускаться. Сыр накрапывает. По прогнозу смотрел. Половина сайтов пишет, есть дождь. Половина сайтов пишет, нет дождя. О, кстати, щеглы прилетели. Один сходу попался. Довольно дерево. Сейчас что-то пойду выпутывать. Вон там еще один щегол крутится. Вокруг летает. Ну ладно, на чижик посмотрим. Может, чижики сойдут. О. Так. Один есть. Второй пошел. И второй есть. В общем, чиж с чижовкой. И два щегла. Сейчас посмотрим. Ну вот щегловка такая. Улетай. Он еще чиж прилетел. И вот такой еще самец попался. Ну вот такой. Мелкий.
В общем, ничего особенного. Морда мелкая, маска рябая. Пускай подругу догоняет. Пошла вода. Река поднялась. Течение сильное. Красота. Пошел реку снимать. Поворачиваюсь, рыболовчик сидит. Вот прям в самом центре кадра. Видно светлую точку. Приблизил максимально, наверное. Ну, видно. Прилетел. Сзади, вот он от меня, не знаю, 10 метров сидит. Чё, жужжит. Хоть бы один сегодня попался, а то тут одна реплушка и все. Посмотрим, может попадется. Гонял, гонял. Бегом загнал. А это реплушка. А я думал, репу. Ну, короче, все, собираюсь домой. Ну вот, еще чижовка тут попалась. Такая вот. Ну вот, друзья, еще такой вот чижик попался. Опять резкости нет. Вот. Ну, в общем, такая сегодня выдалась охота, мужики. Пошел дождь. Время-то еще, в принципе, немного, но надо собираться. Птица мокнет. Да и летать мало чего стало. Вот сейчас гонял-гонял, думал репов, а оказалась реплушка. Загнал, конечно, но результат не тот. Ну и чижик хороший попался еще под конец. В принципе, все, что было, показал. Вот, за репловами, походу, поеду в другое место. Здесь сходит очень плохо. Вот, сюда, если только за чижами, но, в принципе, чижи мне не нужны. Такие вот дела. Полетели пролетные щеглы. Вот, поймал сегодня пару хороших. Но начало есть, остальное впереди. Так что вот такие дела, мужики. До следующей охоты. Всем удачи, здоровья. Всем пока.